Кстати, давайте зачитаю. Мне сейчас пришел такое сообщение от Анонимуса. Блин, там забавно. Вот оно, вот оно. Дмитрий. Дмитрий. Будь здоров. Не, мне отрыжка, извини. Не-не, я же говорю, будь здоров, да. Переел. Я просто хочу сказать, что я разочарован в тебе. Я рос на твоих видео. Я смотрю на тебя с 14 года, не с 15. Можно сказать. Я один из твоих самых преданных фанатов. В любых конфликтах я был за тебя. Но это просто пиздец, Дима. За то, как ты со мной. За что ты так со мной? А что ты ему сделал? Уже 2 дня я сочувствую. Я чувствую себя как дерьмо. Из-за того, что мой кумир сам закопал себя и свою карьеру в братскую могилу, в которой лежит Мэдисон и Хованский. Прости, Дима, но на время лично я отписываюсь от тебя. Я понимаю, что тебе похуй. И написал я это не для того, чтобы оскорбить. Я написал это потому, что не мог молчать. Но все же, спасибо за твои видео. Они были крутые и сделали из меня человека. Я не читал это, потому что я хотел, чуть-чуть не заплакал, поэтому... Вот к чему я. Сделали из меня человека, но, естественно, они не сделали из него человека, они просто натолкнули его на те смыслы, которые я считаю важными. Да, его, ввиду его юности и максимализма, взбесило. Взбесило поражение на Версусе. Но мы отдадим ему должное. Однажды он все-таки придет к тому, что, наверное, он написал хуйню. Что он тупой мудак. Что он действительно псевдоинтеллектуал и не понимает глубины всего дискурса, который генерирую я. Уж извините. Извини, чувак, но пока что ты не пришел к тому, к чему должен прийти. Так что вот это вся история. Это вся история, это весь ответ на твой вопрос. Навзрыд кричит ребенок. Ты ведь понимаешь, что этому человеку не больше 16 лет? Нет, тут, знаешь, тут кавычки даже есть. Тут есть запятые, тут есть тире. Тут есть скобки, тут все с большой буквы, поступательно, по параграфам, так что, ну, это как минимум лет, может быть, ну, 15-16-17.